Да я сама в шоке, мам. Да ведь они даже похожи. Да не знаю я, что делать. Телевизор в кредите, плита в кредите, даже кровать в кредите. Сомневаюсь, что причина именно в этом. Если бы я была дурой, я бы, наверное, уже знала об этом, правда? Да не знаю я, что делать. Лучшей идеей, мне кажется, было бы броситься сейчас с моста. Мужчина, а вас закурить не будет? Ну, я вечность не курила, а тут без сигареты не разобраться. А ты не видишь, что я немножко занят, а? Ну, не курите, так и скажите. Зачем нервничать, а? А, да спортсмен какой-то попался. Наверное, для ходьбы по канату тренируется. Алло? Алло? Ну вот. Мужчина! Ты чё ко мне привязалась, а? Да у меня сегодня худший день в жизни. Вам не понять. Не поговорить надо. А телефон разрядился. Вот у вас бывало такое, что все плохо? В работе, в отношениях, во всем. Нет, блин. У меня сегодня идеальный день. Потому и стою здесь. Повезло вам. А я сегодня и с парнем рассталась, и работу потеряла. Меня, кстати, Лиза зовут. А вас? Ну, давай, Наум. Сделает, ну. Как? Наум? А вам никто не говорил? Наум, Наум, что это вам пришло? Наум? Господи. Ты совсем дура. Да в том-то и дело, что нет. Но меня все равно уволили. Не понимаю. Представляете, у меня была мысль прыгнуть с моста, когда пришла сюда. Но потом посмотрела вниз и подумала, там все-таки вода. С моим счастьем я вряд ли утону. Скорее всего, покалечусь и буду всю жизнь лежать в больнице с облезлым потолком. Если уж сводить счеты с жизнью, то как-то по-другому. Например, повеситься. Или броситься под машину. Тогда уж точно никаких шансов. А вы уже уходите? А можно у вас попросить позвонить? У меня же разрядилось. Ой, спасибо. Алло, сестренка. Как ты? Снова фантомные боли. Что? Даже не думай об этом! Убить себя может только слабак. Но ты же у меня сильная. У тебя вся жизнь впереди. Ой, ну и было бы из-за чего. Но люди с протезами живут долгую счастливую жизнь. Ну, подумаешь, бизнес. Смогла открыть раз, откроешь еще раз. Разве это главное? Главное – это семья, люди, которые рядом любят тебя. Ты подумала о родителях? А о детях, как бы они же без тебя жили? Вот я только что познакомилась с мужиком, так у него имя Наум. Только из одного имени можно утопиться. А он спортсмен, канатоходец и довольно счастливый на вид. Вот если кому из нас и стоит броситься под машину, так это мне. И то я не настолько тупая, чтобы это сделать. Всегда есть выход. Слушай, я где-то слышала фразу, что все всегда заканчивается хорошо. А если все плохо, значит, еще не конец. Ладно, держись, сестренка. Я тебя сегодня проведаю. Ага. Ну давай, пока. Спасибо большое. Это тебе спасибо. Мне? Странный канатоходец.